если мы родим детей, которые придумают будущее для этой страны, если мы их воспитаем как патриотов и дадим им лучшее образование и способности, то Россию ждет невероятный успех. И самое главное, чтобы эти дети, которые вырастут после нас, самое главное, чтобы они не продали нашу родину за океан, как бывало уже в истории этой огромной страны.